И о спортивных новостях. Сборная России по вольной борьбе сегодня прибыла в Бухарест. В столице Румынии спортсмены выступят на чемпионате Европы. В состав команды вошло 10 вольников, пятеро из которых дагестанцы. Это капитан Абдурашид Садулаев, а также победители Гран-при Иван Ярыгин, Магомед Курбанов, Магомедрасул Идрисов, Ахмед Гаджимагомедов и Магомедрасул Газимагомедов. Соревнования стартуют в понедельник. В первый день борьбы за путевки в финал спортсмены будут бороться в 5 весовых категориях – до 57, 65, 70, 79 и 97 килограммов. Команда прошла хорошие сборы. Я думаю, команда вполне готова. Мы постараемся показать хороший результат. Сделаем все возможное, да, выиграть. А там как Всевышний захочет, да, или как.